Вы смотрите информационно-развлекательную программу «Праздник каждый день». И мы ее ведущие Коксик и Зубок приветствуем вас в этот весенний солнечный день. Ой, Зубок, ты слышишь, а? Ой, конечно, слышу. Птички у нас в лесу вовсю заливаются. Как будто знают, какой праздник мы сегодня отмечаем. Да, конечно, конечно, знаю. Да? Ну, интересно, откуда? Так я еще вчера одной знакомой сороке рассказал про наш праздник. А, тогда все понятно. Если сорока знает, то и весь лес знает. Ладно, Зубок, давай не будем с загадками говорить, а скажем всем, друзья, мы сегодня отмечаем День птиц! То есть день пернатых обитателей нашего леса. Ну, не только нашего, но и всех лесов в мире. И лесов, и полей, и рек. Словом, день всех птиц в мире. Зубок, ты только что птиц с рыбами перепутал. Чего? Ну чего ты сказал? Птиц всех рек нашей планеты. Птицы в реках не живут, там живут рыбы-далекушки. Правда, да. Наверное, да. Я оговорился. И ничего не оговорился. Давайте-ка я вам кое-что интересненькое про птиц расскажу. Ой, Шуня, привет. О, привет. То есть я все правильно сказал, что ли? Коксик, ребята, давайте поскорее послушаем, что Шуня нам рассказать собралась. А, давайте, давайте, очень интересно. Всем привет! Я корреспондент Шуня, и сегодня я хочу рассказать вам кое-что очень интересное про птиц. О, расскажи, что, и правда есть птицы, которые в реках живут, как рыбы? Не в реках, а на реках. То есть птицы эти строят гнезда у воды и вообще воду очень любят. А, теперь я понял. Как утки, да? Именно. А называются такие птицы водоплавающие. Почти у всех таких птиц на ногах между пальцами есть ласты-перепонки. А, чтобы плавать легче было. Ну, конечно, с ластами плавать проще и быстрее. Я вот осенью диких гусей на болоте увидел. Вот у них перепонки так перепонки. Эти гуси, наверное, к отлету на юг готовились. Ведь осенью многие птицы улетают из наших краев в жаркие теплые страны. Я их понимаю. Холодновато у нас в зимнюю пору. Да, птицы не любят зиму. Я вот тоже не люблю. Не скажи. Птицы бывают разные. Вот, например, снегирь прилетает в наши края как раз зимой. Ему наша зима очень нравится. А на лето он улетает дальше на север. Ах, вот почему я никогда летом снегирей не видел. И правда, летом их у нас не встретишь. А зимой всегда прилетают кормушки, которые мы с еночем сделали. И не боятся наших морозов. Некоторые птицы холод ой как любят. Живут круглый год в снегах и даже ныряют в ледяную воду. Да не просто в снегах, а на самом холодном континенте, в Антарктиде. В Антарктиде? Там же очень холодно, даже холоднее, чем у нас зимой. Ой, а я, кажется, знаю, о ком Шуня говорит. О пингвинах. Они еще и водоплавающие, да? Молодец, Коксик! Пингвины – птицы удивительные. Они живут в холоде, летать не умеют, зато плавают да ныряют с превеликим удовольствием. Вот посмотрите, как они дружно в воду запрыгивают и рыбачат под водой. Да, удивительная штука, пингвины тоже птицы, а летать не умеют. Ну и ну. Есть еще несколько птиц, которые летать тоже не умеют. Летающие птицы, вот умора. Вот посмотрите, например, на эту птичку. Она называется киви. Птица? Какой-то комок меха просто. Киви и правда забавно выглядит. Живут они на краю света. Вот здесь, в Новой Зеландии. Далеко, что и говорить. А крыльев у этого киви что, вообще нету?
У пингвинов хотя бы маленькие крылышки есть. У киви тоже есть малюсенькие-малюсенькие крылышки. Но прячутся они под перьями, и киви их не использует. А как же киви взлетает на дерево, чтобы гнездо свить? А киви не вьют гнезд. Они роют норы, как кроты или барсуки. Птица и живет в норе. Представь себе, а питается киви червячками. Поэтому и клюв у нее такой длинный и тонкий, чтобы еду под землей находить. Да, удивительная птица. А я знаю еще одну птицу, которая не летает. Это курица. Правильно, Зубок. Кстати, самая большая в мире птица, она почти 3 метра в высоту, африканский страус. Он тоже летать не умеет. Знаем такую птицу, зато она бегает, как удалой спортсмен. Да что ты, даже быстрее спортсмена. Страусы могут бегать со скоростью автомобиля 60 километров в час. Ну и ну, какой быстрый гигант. А какая самая маленькая птица? Так, вот в нашем лесу самая маленькая птичка — это желтоголовый королек. Вот он, посмотрите. А я как-то раз видел такого на елке. Думал, птенчик маленький. Нет, это вполне взрослая птичка. Но бывают птицы еще меньше. Самая маленькая птица в мире — это колибри-пчелка. Она живет на Кубе. В длину всего 6 сантиметров. Чуть побольше бабочки. Ну и ну, птица размером с бабочку. Да, и питается колибри так же, как и бабочка, сладким нектаром цветов. Колибри — единственная птица, которая умеет летать не только вперед, но и назад. А вот одна из самых ярких птиц в мире. Вы ее наверняка знаете. Да, конечно, знаем, это павлин. Вон, как хвост распушил. Именно своим хвостом он и знаменит. Еще в древние времена павлиньи перья ценились на вес золота. Да, что и говорить. Много всего интересного существует в мире. Нелетающие птицы, птицы-пчелки. Ты прав, Зубок. Наш мир просто удивителен. Ну, моя рубрика подходит к концу. В следующий раз я расскажу вам что-нибудь еще очень интересное. В эфире познавательно-развлекательная программа «Праздник каждый день». И мы, ведущие Зубок и Коксик, рассказываем вам сегодня про день птиц. Удивительные все-таки это существа, птицы. Я вот их очень люблю. И песни их утренние слушать, и в окно, но улетных птиц осенью глядеть. По-моему, Зубок, они все-таки перелетными называются. Какая разница? В общем, люблю я птиц. Был бы поэтом, стихи бы про них сочинил. Ой, отличная мысль, Зубок. Давай послушаем, как наши зрители стихи про пташек читают. Я только за, с удовольствием. Полюбуйся, весна наступает, журавли караваном летят, веркам золоте день утопают, и ручьи по врагам шумят. Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд по ночью. Посмотри, что за звуки, за песни польются. День детской от зари до зари. В эфире программа «Праздник каждый день», и сегодня мы говорим про день птиц. Ой, какое хорошее стихотворение ребята прочитали. А кто его написал? А сейчас посмотрю. Так, а, вон, поэт Иван Савич Никитин. О, а мне очень понравилось. Прямо про нашу весну в Шишкином лесу. Все расцветает, ручьи текут, по оврагам птицы поют. Красота. А вот Еноч говорит, чтобы птицы ближе к твоему дому пели, надо побольше кормушек на деревья около крыльца понавесить. И на опушке тоже. Ой, а давай его спросим, может, он еще нам какие-нибудь советы по изготовлению кормушек даст, а? Давай, Енотыч, тебе слово.
Здравствуйте, ребятки. Скажите, вы знаете, как делать кормушку из пакета от молока? Ну, конечно, знаем. Да, и ребят тоже наверняка с такими кормушками знакомы. А я вам расскажу, как быстро сделать интересную кормушку из пластиковых бутылок. Да такую, чтобы сама наполнялась. Чтоб сама наполнялась? Ну и ну. Никогда не слышала такой. Рассказывай скорее, Енотыч. Вот смотрите, все, что нужно. Понадобятся две пластиковые бутылки. Берите размером побольше. У одной из бутылок отрезаем горлышко. Потом, как и в любой кормушке, вырезаем отверстие для птичек. Внимание! Они должны быть не очень маленькими, чтобы птахи внутрь могли забраться. И не очень близко ко дну, а то ветер подует и все высыпется. Так, дырки готовы. Теперь надо открутить пробку у второй, целой бутылки. И вставляем ее в первую горлышком вниз. Интересно. А теперь нужно аккуратно проделать чуть выше середины нашей кормушки две дырки для веревки с разных сторон, одна напротив другой. И следите, чтобы горлышко верхней бутылки было чуть-чуть повыше донышка нижней. Так, ну, вроде ясно. А теперь вынимаем верхнюю бутылку и с помощью воронки засыпаем в нее корм. Оставляем бутылку с зерном стоять на столе. И сверху надеваем нашу кормушку-половинку. А потом вставляем нашу веревочку в сквозные отверстия, чтобы кормушку на ветку повесить. Эх, мастеровитый у нас Енотыч, что и говорить. Да, это точно. Ну, а теперь осталось только перевернуть нашу кормушку. Ух ты, правда, самонасыпающийся. Птички будут съедать зернышки из кормушки, а она снова будет наполняться. И вам не придется каждый день выбегать во двор, чтобы досыпать зерна. Спасибо, Енотыч. Как говорит тетушка Матильда, ты, Енотыч, просто гений. Очень умный, значит. Ладно, хватит меня тут захваливать. Понадобится еще какой совет? Спросите Енотыча. До свидания, ребятишки. Вы смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день». Напоминаем, что сегодня мы отмечаем День птиц. Ах, какую хорошую кормушку нас Енотыч научил делать. Вот я прям дождаться не могу, когда мы сможем сразу несколько таких изготовить и по всему Шишкиному лесу развесить. Пусть птички радуются. Коксик, подожди, мы же в эфире. Ой. Вот закончится программа, побежим кормушки и делать. А пока давай послушаем, какие у нас талантливые зрители. Послушаем? Угу. А, ты имеешь в виду, сделаем музыкальную паузу? Именно. Музыкальная пауза. В небе птицы кружатся, водят хороводы. Если с песней дружен ты, прочь идут невзгоды. Как синичка я взлечу, ныть на сцену эту. Вас порадовать хочу, песенки куплета. Я веселая синичка и танцую, и пою. Я порхаю, словно птичка, и скучать вам не даю. Подарю свое веселье и задорный звонкий смех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. Я верю, что на сцене ждет меня большой успех. Как синичка я мала, и скажу вам честно, пусть подняться бы смогла я с волшебной песней. Звуками и красками песня заискрится, скажет мама ласково, пой, моя синица. Я веселая синичка и танцую, и пою. Я порхаю, словно птичка, и скучать вам не даю. Подарю свое веселье и звонкий смех, и я верю, что на сцене
белая синичка, и танцую, и пою. Я порхаю, словно птичка, и спустять вам не даю. Подарю свое везение и задорный звонкий смех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. Я верю, что на сцене ждет меня большой успех. И мы снова в эфире. Сегодня в нашей программе «Праздник каждый день» мы говорим про день птиц. О, раскаркались. С самого утра кар да кар. Делать им, что ли, больше нечего? Так может, это тоже весенняя песня, только на вороний лад? Да ну, не люблю я ворон. Голос у них противный. А вот это зря. Вороны и вороны, между прочим, птицы поразительно умные. Вороны? Умные? Что-то мне не верится. Да, позвольте, я вам кое-что объясню. Сначала объясню разницу между воронами и воронами. Вот, смотрите, это ворон. А вот это ворона. Похоже, но не очень. Тем не менее, они очень близкие родственники. И обе птицы чрезвычайно умные. Ученые даже считают воронов одними из самых умных птиц в мире. Ну, какие же они умные-то, ну, каркают себе и все тут. Приведу научный факт. Знаете ли вы о том, что вороны и вороны могут повторять человеческую речь? Серьезно? Разговаривать могут? Ну и ну. Ну, осмысленно разговаривать, поддерживать беседу, как мы с вами, это вряд ли. А вот повторять звуки речи – это пожалуйста. По-научному это называется звукоподражание. Для птиц это, между прочим, признак большого интеллекта, то есть ума. Ой, профессор, а ведь попугаи тоже могут повторять разные слова. Я по телевизору видел. Да-да-да, там один попугай свое имя все время повторял. Проша хороший, проша хороший. Очень смешно. Звучит, конечно, забавно. Но для птиц повторять речь – это просто потрясающее умение. А зачем это делают, профессор? В дикой природе, конечно, попугаи да вороны по-человечески не говорят. Но если какая-то из этих птиц живет среди людей, как, скажем, попугай в клетке, то она со временем может легко разучить разные простые слова. Вот представьте, если вы переедете в другую страну жить, то вам придется учить иностранный язык, так? Ну, наверное, иначе меня там никто понимать не будет. Вот так и с этими птицами. Раз, мол, человек мое карканье да чириканье не понимает, я стану на его языке разговаривать. Некоторые попугаи могут говорить не только слова, но даже предложения. Вот, например, попугай породы Жако. Вот оно как! Ух ты! Правда, какие умные птицы! А вот эти вороны дикие человеческой речи не приучены. Вот и каркает себе вовсю. Как-никак, весна на дворе. Хотя, конечно, трель жаворонка или соловья приятнее нашему слуху. А я вот не знаю, чем песня жаворонка от соловьиной отличается. Ну, я, кстати, тоже. Поют птички по утрам в лесу и поют красиво. А кто жаворонок, кто соловей, не разберешь. Вот ворону распознать могу. О, друзья мои, кто как поет, это интереснейшая тема. Позвольте я вам кое-что расскажу про певчих птиц. В наших лесах их водится множество. Итак, знакомьтесь, это соловей. О, серенький какой, неприметный. Зато как поет.
А вот его я слышал той весной, в мае ночью. И тренькает, и присвистывает, и цокает. Талант, что и говорить. Да, соловей по праву считается одним из самых лучших певцов. А вот как звучит голос жаворонка. Ой, мне нравится. А вот и еще один известный певец — щегол. Ой, какой красивый и разноцветный. Настоящий щеголь этот щегол. И поет хорошо, заливисто. И еще одна певчая птица — дрозд. Дрозды тоже петь умеют? Ну, конечно, конечно. Вот, послушайте. Ой, правда, неплохо. Ага. Много в наших лесах таких птичьих талантов. И вы теперь, я надеюсь, сможете отличить соловьиную трель от голоса дрозда. Спасибо, профессор. Не за что. Если что-то вновь будет неясно, обращайтесь, я объясню. В эфире познавательно-развлекательная программа «Праздник каждый день». Сегодня мы говорим про день птиц. Как много, оказывается, талантливых птиц. Кто-то петь заливисто умеет, кто-то разговаривать. А вообще, вот тетушка Матильда говорит, что в каждом есть свой талант, умение, то есть. Ну да, даже у птиц есть таланты. Ну, про нас-то говорить нечего, я вот пою хорошо. Ну, не как слои, конечно, но все же. А ты вот, Зубок, отлично рисуешь. Да ну, Коксик, какой там отлично. Ну, как он? Ну, наши зрители рисуют гораздо лучше меня. О, а давай посмотрим рисунки ребят, а? А, давай. Я всегда с удовольствием любуюсь их картинами. О, а вон и Веснушка летит. Всем привет! Я слышу, вы про рисунки ребят начали разговор. Ну давайте смотреть их скорее. Ребята, вы такие талантливые, просто молодцы. У меня слов нет. Давайте скорее откроем нашу галерею и посмотрим на ваши творения. Настя нарисовала орла, охраняющего свое гнездо. А у Наташи два белых лебедя на рисунке плывут по озеру. Семен изобразил нам своего любимого говорящего попугая. Светлане очень нравятся колибри, и она их нарисовала. На Колином рисунке семья пингвинов. Алена нарисовала красивую цаплю, стоящую на одной ноге. На Мишином рисунке мы видим целый птичий двор. Понравилось, а? О, еще бы! А, очень. Вот и мне тоже. Ребята, у меня к вам просьба. Присылайте нам как можно больше своих рисунков. Мы так рады их получать. А вы, наверное, рады видеть их в нашей галерее. Так что вот адрес: Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя». Мне, Веснушки. Ну, до скорых встреч. Пока! Напоминаю, что в эфире познавательно-развлекательная программа «Праздник каждый день». Сегодня наша тема — день птиц. Ой, Коксик, я недавно на чердаке у нас ласточкино гнездо нашел. Прямо под крышей, вот. Представляешь? А там ласточки-то были? Не, Енош сказал, гнездо прошлогоднее. Там уже не живет никто. Может, в этом году ласточки снова совьют свое гнездышко где-нибудь у нас под крышей. Только, друзья мои, давайте не будем забывать о правилах обращения с птичьими гнездами. Ой, тетушка Матильда, а что, такие правила есть? Ну, конечно. Здравствуйте, друзья. Помните наших старых знакомых, друзей, Пашу и Сашу? Ну, еще бы не помнить. Так вот, хочу вам одну историю рассказать. Пошли как-то раз весной Паша и Саша в лес погулять. Сань, смотри, птица какая-то на тропинке сидит. Я сейчас ее напугаю. А может, не надо? Да
Кыш, кыш, улетай прочь. Видалка она испугалась, сразу улетела. Да ну, Паш, ну нехорошо птиц лесных распугивать. Да ну у тебя, зануда, зато весело. О, вон еще одна на ветке сидит. Пошла прочь, прочь. И это улетело. Ой, что это там в траве? А что там? Давай поближе посмотрим. Ух ты, гнездо! И правда, какое красивое! А я сейчас гнездо это подберу и домой отнесу. Вылупятся у меня на подоконнике маленькие птенчики. Будут песенки петь веселые. Не надо! Представляешь, как мама птица расстроится, если ты у нее деток отберешь. Подумаешь, она новое гнездо может свить. А как же птенчики вылупятся в гнезде без мамы? Им тепло нужно. Ты же не будешь яйца эти высиживать? Еще чего не хватало. Да и не помещусь я в этом гнезде. А насчет того, как птенчики вылупятся, ты не беспокойся. У меня дома тепло, хорошо. Я гнездо около батареи поставлю. Вот такая история. И что, неужели Паша забрал гнездо домой? По-моему, это не очень хорошая мысль. Ну, это мягко говоря. Нет, все закончилось хорошо. Саша уговорил своего приятеля не трогать гнездо. И это правильно. Ребята, если вы вдруг нашли гнездо в лесу с яйцами или птенцами, даже близко к нему не подходите. Это почему? Птенцы, что ли, покусать могут? Потому что если мама птица учует чужой запах около гнезда, она может его покинуть и никогда не вернуться. И тогда птенчики погибнут. Да. Ой. Так что лучше всего посмотреть на гнездо издалека и идти своей дорогой, не мешать птицам. И, конечно же, нехорошо делать так, как Паша. Пугать птиц, кричать в лесу, да руками размахивать. Птички, они существа нежные. И может случиться так, что они улетят в какой-нибудь другой лес и больше не вернутся. И тогда в нашем лесу будет меньше птиц? Не хочу! Я люблю слушать, как они поют по утрам. Вот именно. Поэтому распугивать их не следует. Пусть живут себе, да горе не знают. Правильно, тетушка Матильда. Спасибо за важные советы. Не за что, друзья мои. Надеюсь, ребята, вы тоже запомнили, как не надо вести себя в лесу. До свидания. Мы снова в эфире. Вы смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день». Сегодня наша тема — День птиц. А, глупый этот Паша, всех птиц в лесу распугал. Согласен. Надеюсь, наши зрители так не будут поступать. А, надеюсь, что наши зрители хорошие, добрые ребята. Поэтому они никогда не будут вредить природе. И, конечно, птицам. Молодец, Зубок, все правильно сказал. Ну, похоже, время нашей передачи подошло к концу. Давай прощаться. Ой, погоди, погоди. У меня одна идея появилась. Ребята, а давайте, как только передача закончится, вы сделаете птичью кормушку. Ну, из молочного пакета, из бутылки, да из чего угодно. И отнесете ее в лес или парк и повесите на ветке, а? Точно, какая отличная мысль. Мы тоже так сделаем, да, Зубок? Ну, конечно, я хочу своими лапами самонаполняющуюся кормушку сделать. О, вместе сделаем. Только сначала давай с ребятами попрощаемся. До свидания, ребята. До новых встреч, друзья.